Привет, с вами Роман Стикс, и в этом видео я хочу вам рассказать об одном интересном плагине, который называется BrainWorks BX Opto Pedal. Как и все оптические компрессоры, плагин BX Opto Pedal обладает музыкальным и мягким звучанием, то есть вы знаете, что оптические компрессоры обладают двумя основными отличительными чертами. То есть первое, это за счет того, что работает оптический элемент, редакция происходит очень мягко. Вход в компрессию и выход из компрессии происходит очень плавно, и многим очень нравится, как это звучит. Это используется и на вокале, и на гитарах, на бас-гитаре, на барабанах тоже используется, на подгруппах, на чем угодно. И вторая особенность многих оптических компрессоров в том, что они добавляют гармоники. Большинство этих компрессоров ламповые, такие как, например, LA-2A или Summit Audio TLA-100A. В общем, существует множество оптических компрессоров, и многие из них действительно добавляют приятную такую гармоническую составляющую, которая увеличивает разборчивость звучания. Этот плагин от BrainWorks, он не имитирует конкретный оптический компрессор, но при этом основан на ряде оптических компрессоров. Чем он отличается от большинства классических оптических компрессоров? Это тем, что здесь есть ручка Speed, которая позволяет нам управлять кривой компрессии. То есть, по сути, мы можем менять характеристики этого компрессора. Это дает большую универсальность. Давайте на практике прослушаем, что в миксе дает использование такого компрессора. Сейчас перед вами некий микс, и я здесь использовал три этих компрессора. Один на малом барабане, другой на басу и еще один на подгруппе гитар. Я настроил их таким образом, что не происходит какая-то радикальная компрессия. Но та компрессия, которая происходит, она делает микс более прозрачным и более каким-то сфокусированным и четким. Попробуйте сосредоточить свое внимание именно на прозрачности этого микса. Я буду включать и выключать все эти три плагина, и мы прослушаем несколько раз, как все это звучит. Сначала с плагинами, потом без и так далее по кругу. Слушаем. Я в миксе довольно часто работаю с плагинами, которые изменяют именно гармоники, именно звучание. И на мой взгляд, BX Opto Pedal очень хорошее пополнение в коллекцию. Давайте теперь подробнее рассмотрим, как работает этот плагин. Допустим, на примере баса. Вот бас без компрессии. Включаю компрессор. У нас есть три ручки. Первая ручка Density — это плотность. То есть, грубо говоря, это степень компрессии. То есть, если повернуть ручку до конца вправо, то это максимальная степень компрессии. При этом при помощи ручки Speed мы можем менять характеристики компрессора. При меньшем значении Speed компрессор работает более плавно. То есть, по ощущениям, происходит более медленная атака и релиз. И по значку Gain Reduction, по вот этому светодиоду, вы можете видеть, что он горит дольше, то есть компрессия происходит дольше. Если мы эту скорость увеличиваем, то, соответственно, индикатор срабатывает быстрее, и мы слышим более быстрый релиз и более такую четкую атаку. То есть в зависимости от того, что вам нужно, вы можете поэкспериментировать с параметром Speed. И далее есть ручка Level Trim. Соответственно, она позволяет нам компенсировать громкость после компрессии. То есть нам не нужен эффект увеличения громкости, поэтому мы возвращаем Level Trim, чтобы сравнять громкость с громкостью до компрессии. В итоге получается именно более высокая четкость звучания. Вот без. Слушаем бас. Включаю.
Так бас лучше прочитывается. Давайте на гитарной группе послушаем. Это с компрессором. Вот без. Несколько более вяло звучит. С плагином. Если хотите, мы можем послушать на одной и той же громкости, что дает этот плагин. Для этого я установил специальный плагин Perception дополнительно. Он позволит нам использовать байпас этого плагина Brainworks, при этом идентично сравняв громкость. Итак, сейчас в процессе воспроизведения я буду нажимать вот эту кнопочку байпас. Когда она будет нажата, мы слушаем звук без компрессора. Когда она в исходном положении, соответственно, с компрессором. Плагин Perception позволяет нам полностью исключить изменения громкости из нашего восприятия. То есть мы услышим, что на самом деле действительно дает плагин Brainworks Opto Pedal. То есть сейчас очевидно, что плагин BX Opto Pedal действительно улучшает прозрачность и как будто бы убирает какую-то такую небольшую пелену со звука. То есть это действительно эффективный компрессор, который не дает какую-то такую яркую, прям агрессивную компрессию, который работает мягко и при этом за счет гармоник позволяет нам улучшить прозрачность элементов в миксе. На этом все, с вами был Роман Стикс, увидимся в новых видео, пока!